Я с вами Валёк. И мы продолжаем играть в Одиссею в Elite Dangerous. Отстань. Что бы вы ни искали, у нас это найдется. Да. Сегодня попытаемся исследовать, точнее, найти биоматериалы. Это для исследователей, которые любят исследовать. Понятно. И сдавать вот эти вот биоматериалы туда. Но, блин, методом тыка я обнаружил то, что... А, здесь как? Не могу посмотреть. Нужны найти такие, прям, не знаю, то ли травку, то ли мох, то ли что угодно, короче, на планете. Ну, короче, для костюма. В космосе оно понятно, немножко там поменено, какие-то зонды, смотрю, появились, но речь идет о костюме. Товар в системе. Нам нужен костюм, хотя здесь, не знаю, он конечно, есть, нет? Смотрите. Должен быть. Не везде есть. Вот, костюм Артемис. В нем есть сборщик генетических образцов. Вот с помощью этого сборщика будем собирать. Пытался собрать, там мини-игра, типа крутилка надо. Еще умудриться собрать. Больше так что, в принципе, надо. Расходники если у меня куплены. Я буду ждать. Полетим на красивые две планеты. Парни так, такие вот там атмосферные. На одну можно сесть, на другую нельзя сесть. Кобру немножко обновил, но... К сожалению... А, у меня кобра появилась. Я же не сказал. Легкий, быстрый кораблик. Отличный. Как раз для исследования в недалеких системах. Но им надо силовую установку подправить. Ну, купить. А ее здесь нет, нормальной установки. Поэтому приходится обходиться, чем есть. С помощью огневых групп можно все дело поправить. Ну, я, конечно, попробую. Точнее, модули вот здесь. Вот приоритет модулей можно задать и лишнее подключать, когда все открыто, так сказать. Ладно, погнали. Сейчас затестим. Так, сейчас отлечу подальше и попробуем пушечки, фигушечки. Сейчас из зоны выйдем. Да, она пока до сих пор до 400 разгоняется. Это ж офигенно. Так. Ну ладно тебе сразу. Сейчас вот испытаем. Эти стреляют, это стреляет. Ну все отлично. Корабль летает. Нормально, энергию подобрали как надо. Так, собственно, конечно, такие планеты надо еще поискать, но вот есть тут парные планеты. Они двигаются вокруг одной массы, да? И вот одна из них атмосферная вот эта вот с шариком. Но есть с шариком, но без полумесяца, где без полумесяца мы сесть не можем на такие планеты. А где еще есть базы? От этого значит, что есть базы. Если далеко улететь, конечно же, вот такая вот штука не будет встречаться. Ну, не должна. Нам нужна эта планета. На таких я что-то ничего подобного не встречал. Ну, нужна атмосфера хоть какая-то. С малой атмосферой в Элите есть, оказывается. Я просто давно не посещал. Первый раз на такие... На пару, сказать, планеты с атмосферой. Вперед. Здесь все близко, прям вообще. Кстати, сейчас выключу. Неизвестно, получится ли еще раз собрать образцы с этой планеты. Потому что я уже пытался и провалил это все дело, и в итоге больше образцы не собирались. Блин. Прилетел. Вот они, две красавицы. И еще узнал из подсказок, то, что можно вызвать все-таки такси. Apex вот это такси, если ты застрял на планете через меню Insight. Странно, да? Есть ли у нас в костюме меню Insight? Это еще надо будет поискать.
Ну, допустим, если как и я тогда на базу прилетел, да, на такси, то можно с помощью него и улететь. Все-таки продумано. Так, то там гидропоника есть какая-то. Несколько баз есть. Но по-любому там миски завязаны на них. Но я думаю, можно посетить, что-нибудь спереть. Попробуем возле базы что-нибудь найти. Ну, увидимся там. Вот больше всего интересно вот эти вот темные зоны. Но она такая и есть на поверхности этой планеты. Она пятнами. Все там пятнами. Непонятно, что да как. Ну, что-то как-то близко вышло. Ну-ка, давай пока сброс не произошел. Я думаю, хватит. Эффекта входа в эту маленькую даже, допустим, атмосферу. Здесь очень слабая атмосфера, типа. Нет. Ой, как долго это было. И планируем вниз. Не, Кобра вообще великолепный корабль, даже до сих пор. Хотя хочется крейт. Надо деньжат подкопить на него. Вон там база. Сядем где-нибудь. Не знаю, где всякая трава растет. Там можно погулять. Ну, здрасте. Значит, садиться здесь нельзя, потому что я возле. Ну, полетели туда. Ну, а так, эффект довольно-таки прикольный. Атмосфера есть, особенно солнце. Ну, здесь закат уже. Пусть сам сажает. Ну, нормально, сам сажает, так что все окей. Пусть сам сажает. Выпущено. Садись. Вон он там, зеленая всякая хрень. Это мох. Мох с виду. Я уже сканирую, но что-то мне не нравится, как вышло. Посмотрим. Собственно, снаряжение посмотрели, как делать. Как да что, все то же самое, пушечки выбираем нужные на всякий случай. Взял ли он что с собой? В прошлый раз не взял, а на этот раз взял. Так, посмотрим меню Insight. Это вот это вот, Insight Center. Навигация, отпустить корабль. А, вот, челнок Apex. Чтобы вызвать это меню, надо нажать и держать Q при стандартном управлении. Всегда замечаю при добавлении какой-то фишки в лете, ломается, ну, нового ничего не добавляется в управлении, приходится возвращать управление по умолчанию и все. И потом заново переделать под себя. Так, 6, 5, 5. Ну, это уже сканировано, он такой был просто зеленый. А, можно взять образец. Есть сканер вот такой вот, на правую кнопку. Раз, он показывает, о, вот эту хрень можно исследовать. Можно все-таки еще раз взять образец. Ну, блин, не надо попасть. Нажать, держать. А тут рулетка. А, отлично. Надо нажать, держать, и никакой рулетки нет. Все, понял. Здесь образец недоступен более, да? Синий уже нельзя взять. Два из трех. Один я взял, значит, нужно еще. На другом биоме, что ли? На синем. Лети в другое место. А почему бы не взять ТРП? И не покататься на нем? У меня он есть.
Да? Жалко, нельзя вот так вот высадить этот ТРП. Так, ТРП. Развернуть. Прокатимся по планетам. Насколько надо дальше отъехать, чтобы можно было взять новый образец? Надо будет управление до ТРП поменять. Прям вообще не вдохновляет. Так, отпущу я сразу корабль. Красота. Говорят, график вылетит про плохая. Нормально. Так, как он? Е. Погнали. Можно даже сигналы попробовать какие-нибудь поискать. Но что-то радар пуст вообще. Главное в каньоны попасть. И все. Так, сейчас я подальше отъеду и верну. Полная скорость по катушке. Ну, главное, мох это найти еще. Вон мох. Так, все, стой. Выходим. Также на трешечку. Можно высадить из ТРП. Дала. На джойстике удобное управление, на геймпаде. ТРП прям вообще офигительно. Нет, черный достался опять. Так. Да, могу. Берем образец. Интересно, за сколько он продаст. Есть. Стратум Тактонис зеленый. Образец взять, получены данные. Отлично. Больше на этой планете нифига нет. Я так понимаю, только этот мох. Можно вызвать корабль. Интересно наблюдать. Откуда он появится? Корабль. Или мне нужно в ТРП зайти? Эй. Вон он. Вон он. Ну, красота. Чтоб подловить там, где он спрыгнул. Так, там с энергией все нормально. Я проверял. Ну, это эпично. Конечно, короче, вот миссии на... восстанавливание баз на прочие всякие вещи лучше всего было бы с кем-то их проходить, разные костюмы иметь. Кстати, я тут напоролся на доминатор третьего уровня. Доминатор — это боевой костюм, и стоит он 11 миллионов. Охренеть. Я уверен, что он должен быть прям вообще непробиваемый за такую цену. Куда уж мне, бедному исследователю, который все свои корабли расфигачил. Давай, давай, давай. Оп. Должен погрузиться. Блин. Ужас. Ох уж это управление ТРП. Так, ну да, погрузка, все. Здесь, к сожалению, в этой системе рядом планет других нет нормальных. Таких вот. На каменистых я бегал. Ну, обычные каменистые вообще ничего. Пусто. Что здесь еще есть? А вот есть атмосферные. Вот на это можно сесть. Это атмосферная планета и без поселений. И вот эту тоже парная, смотри, планета.
Предлагаю слетать в самую попу. Вот сюда. Можно зонды использовать. Ну, я не знаю, как использовать. Ну, наверное, как и зонды собирать. Думается, ничего сложного. Че, увидимся на другой планете? Хотя сказал, увидимся, я тут увидел, сколько лететь. 68,6 кило световых секунд. Че-то до хрена. Очень. Здесь все близко, а там лететь и лететь. Ужас. Минут 10, наверное, реального времени. Здесь просто вторая звездная. Ну, как бы даже три таких прям массивных, типа Солнца. Ну, Солнце, сорян, звезда. Карлик, да? Белый. А это что? Карлик и коричневый карлик. Короче, три звезды вместе. Эти вместе вокруг одной массы, я так понимаю, раз они объединены. И вот это где-то вот. Ух, хорошую систему выбрал здесь для полетов. Гнать и не перегнать. Так, а интересная разница вот автотяга. Помощь есть? Какая-то фигня помощь. Есть вообще... автопилот, вот. Ну-ка. Крейсерский режим. Странно. Ручная тяга. Интересно. Он вот из-за гравитации, ну, как я понимаю, вообще в игре работает двигатель. Либо компьютер не дает до максимума разогнаться. Вот 176 световых секунд летим. Помнится, в какой-то системе прям вот эта полосочка до конца была. Разогнался. Сейчас прям можно топить по полной. Посмотрим, что за ручная тяга. Ну, пока топим. Не, при подлете к этой системе скорость сбрасывается. Не знаю, что за ручная тяга. Автотяга. Хрен его знает. Ну, вроде как, ничего не поменялось. Странно. Короче, я понял, вот эта мини-система вращается вокруг тех двоих. Ну, судя по орбитам, там другая орбита была, орбита этой системы. Вот эта полосочка была. Ну, мелькает, короче, полосочка. Вот она. Ну, вот она, да. Это орбита системы, ну, Солнца. Блин, Солнце, звезды этой системы. Тьфу-тьфу-тьфу. Но мы приближаемся к загадочной планете. Надеюсь, она ближе. Так, приближаемся к планетке. Только темненькая. Здесь и звезда слабо светит, насколько мне известно. Это должно как-то на освещении отражаться планеты. Да, поменьше скорость сделаю. Прикольный такой, вон там кратер, от него так след идет. Вот эта вот блестючесть, как будто она пластиковая. Вряд ли так должно быть. Хотя, я туда вообще прилетел. Здесь же вроде атмосфера должна быть. Вроде должна быть. Прям ближе к кратеру. Чтобы наверняка, мох там точно должен быть. На этой планете, напомню, баз нет. Ледяная планета, напишет. Пишет. Значит, все-таки блестеть должна. Все, давай вниз. Прям интересно. Интересно, за сколько это все продастся. Вот возьму я несколько образцов. Выгодно ли вообще летать? Ну, если чисто по фану, поисследовать, полетать, то все равно интересно, сколько за это денег дадут.
Так, 0.42G, в принципе, нормально должен летаться. А то бывает с планеты с такой гравитацией. Обращайте внимание, что можно так втихнуться. Случайно, там что-то есть? Или это блеск просто? Так, сядем здесь и посмотрим. Есть ли здесь что-нибудь рядышком? Может, он просто не прогрузился, как обычно бывает. Вот камни появились. Шасси выпущено. Садись, я бы уже сел. Ирс, ну? Что, пойдем смотреть. Сейчас покажет, есть ли атмосфера. Или я не то выбрал все-таки. Так, анализ окружения. Гравитация. Атмосфера, да. Температура очень мало. Не знаю, в чем измерение. Так. Здесь ничего нет. Вообще ничего, пустота. Может, значит, и на безатмосферных планетах есть что-то. Например, есть же места, где гейзеры. Есть они, они и есть, только их хрен найдешь. Прям хоть ТР побери. Туда к горам идти. Да, освещение здесь прям вообще слабенькое на этой планете. Темно все. Может, даже вот фонарь включил. Не знаю, как на видео будет, но вроде нормально. Типа глаз привыкает. Нету. Здесь ни хрена нет. Вроде планета ледяная. И темно здесь. А так летел долго. Так, предлагаю прям полетать рядышком. Кобра вообще не поворачивает в бок. Вообще ужас. Полетели к горам. Как он достал. Это ужас. Не тот. Отключил автопилот. Это вот этот. Быстрее иногда самому и на станцию сесть, и все. Особенно если контрабанду везешь. Так, ну хоть что-нибудь напоминающее растение. Мох там. Не-н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 е. Ау! Вот о чем я говорю. Все те же булыжники. Здесь ничего нет. Здесь жизни нет. Предлагаю посидеть рядом еще одну планету. Вот есть. Вот тут сюда слетать. Ледяной мир. Водяной лед. Отлично, без вулканизма. Давления на поверхности нету. Может, из-за этого? Типа должно быть давление. 0 атмосфер пишет. Потому что там было давление, где я нашел. А вот, давай сюда. По-любому здесь будет. Там же давление пишет. Ну-ка, теория и практика. Погнали отсюда. Так, вот она, планета с Луной.
Но нам нужна не Луна, а ее, а планета. Ну, Луна, естественный спутник. Давай, давай, тормози. Скажи, еще мимо пролетишь. Блин, ну ты че? Ужас. А так хорошо летел. Хороший шарик. Что там на поверхности? Так вот, и небольшое даже свечение атмосферы есть. Давление там есть, гравитация уже 0,5 действует. Так что прям аж интересно. Так, если прислушаться, можно ветер даже услышать. Не то, что там шуршит что-то, панель какие-то корабли, а именно ветерок. Даже не замечал, есть ли на безатмосферных такая вещь. Предлагаю здесь плюхнуться где-нибудь. Шасси выпущено. Ну-ка. Блин. Сам поменял управление, до сих пор на Ctrl нажал. На shift вниз у меня. Блин, залипание клавиш. Да что ты, блин, то и делаешь? Надо все-таки на Ctrl переделать. Вот что случается. Вот. Так, выходим. Поменял я управление как надо. Как пальцы привыкли. Нифига, шифтами баловаться. На шифт турбо, форсаж. Так, сразу пятерочку. Что-то здесь тоже ничего нет. Совсем. А вон там что? Просто камни? Не, здесь пусто. Ну вот один я образец собрал, ладно. Остальные хрен найдешь. Наверное, здесь слишком холодно или что? Ты? Ну не знаю, как мы прям на той планете так легко все нашлось, то есть здесь, если есть, то надо очень сильно искать. Ну, очень сильно надо искать. Сдается мне, здесь нет. И все. Ладно. Посещу еще одну планету, да посмотрим, за сколько можно продать один образец. Только какую? Ну давай вот поближе. К звезде, к родной. Вперед. Так, прибыли. Вот я выбрал такое место для посадки. Пятна вот такие вот. Предлагаю на них... собственно и сесть. Может, здесь что-то есть, прям планета, считай, возле звезды. Сейчас посмотрим, есть ли что у тебя в запасе. Прям на границе вот этого пятна и вон острова, так скажем. Как погодик, да? Давай поближе.
Вот так вот. Вполне. Че, уже не подходящий ландшафт? Да что ты будет? Ну ладно, нормально. Резко. Ну ничего. Пойдем прогуляемся. Может, здесь что-то есть. Так, сейчас пятерочку. Анализ окружения. Может, вот это вот влияет, то что температура слишком маленькая, критически низкая. Какая тут нафиг жизнь? Нету. Ни мха. Блин, а как далеко оказывается? Да, да той. Давай, пойдем. Здесь ничего нет. Наверное, из-за того, что слишком холодно. Какими еще могут быть оправдания на этот счет? Я не биолог. Ну, блин. Надо же искать какую-то закономерность. Либо здесь пусто, либо густо. Ничего нету. Блин, а корабль так близко. В то же время так далеко. Ладно. Чё-то здесь нифига нет. Пыль какая-то. 45 кельвинов, что ли, наверное. Бежим. Короче, сдавать надо, проверять. В этой системе, я так смотрю, ловить. Может, звезда не подходит, слишком холодная, а? Я же довольно-таки близко к ней. Ну вон, типа красненькая горит, может, один из факторов. Я не помню, как это на то. Блин, хоть останавливай запись и смотри. Но я помню, что за планета. Сейчас открою карту. Он, кстати, уже кто-то летит, какая-то хренатень ко мне. Так, вот она, эта планета. И что у нас тут? Температура поверхности 180. Намного теплее. Хочу заметить. Намного теплее. А здесь, типа, слишком мало. Ну, вот в чем может быть причина. Предлагаю. Мне со мной уже не хочется обратно куда-то лететь. Другую систему прыгнуть. Вот ха. Мне нравится вот это название. Ха-Харониум. Данных у меня нет о системе. Ты ж, сколько будешь лететь? Нет, мне так не надо. Хоть топливозаправщик у меня есть, но это не годится. Да, это вот этот. Тут звезда вроде подходящая. Сведений нет о системе. Два прыга. А в Гаммелипорис я был? По-моему, не был. Давай сразу сюда. Посмотрим, что здесь. Так, сейчас прям прыгнем возле планеты. Мое самое любимое занятие. Возле поверхности. Чтоб там пыль поднялась. И сейчас можно будет видеть, как планета такая. Вау, это был баг. Раньше было бы. Можно заодно будет подзаправиться, что-то топливо уходит быстро. Если звезда это даст. Неисследованная мной система. Предлагаю исследовать. Чем, тем, чем есть. Идет забор топлива. Так, надо включить это, чтобы границу звезды видеть. Все, максимально. Да ладно, тебе нормально. Ну нормально же. Еще чуть-чуть. Как там выпустить? Эй!
Я говорю, как выпустить, а не Кортану возьму. Ты? О! Нормально все. Так. Спокойно. Спокойно. Посмотрим, что здесь нашлось. У меня максимально, который я смог купить с коннектор. Так, что-то здесь ни хрена нет. Одна планетка. И то, на которую сесть нельзя. Я ее даже дальше исследовать не буду. Дальше рискаем. Так, тут тоже не исследование системы. Мною. Конечно, здесь есть. И вот... Первая, так сказать, цель. Здесь никто не живет. Вообще никто. Никого. И неизвестно, что здесь на поверхности. Первый открыватель, первая опись. Первый шаг. На нее уж кто-то вступил, блин. Так. Давай цель поменяем. Неисследованная планета. Зондов нету, не знаю, чем. Так он получится сканировать. Она рядом. Или надо включать режим ФСС. Как он включается? Вот так вот включается исследование. Блин. Так, ледяная планета. Вот. Температура 53 Кельвина. Безвулканизм. 0 атмосфер. Типа атмосфера не он. 100%. Так, это от этого? Да, настройка не удалась. Что-то там летает. И здесь что-то летает. Есть что? Блин, какая-то... Планет мне покажи лучше. Так, тела. Звезда. Сколько здесь сигналов-то? Так, а где другие планетки найти? О! Ледяная планета, 40 Кельвин. Помните, мне это мало. Во как, я так даже не пробовал. Маловато, да? Две планеты вокруг друг друга. Что-то мне кажется, здесь все ледяное, блин. Ну там что-то есть. Вот, да, 26. Ну вот, смутные вот эти вот там по-любому что-то есть. Не удалось, там их две. Вот она. Попалась. Лед, камень, металл. Все холодно здесь. Все холодно. Так, а это что? Ледяная гелия.
из гелия. Атмосфера, гель, состав лед, камень, металл. Давление поверхности, блин. Ну, там еще что-то. Короче, довольно-таки занятная штука вот эта. Но... Я карту включил. Теперь у меня есть сведения. Почему, в принципе, почему бы ее не посетить? Не посетить вообще. Вообще. Давай слетаем. Так, вот она какая каменюка. Точнее, леденючка. Там даже слабый сигнал какой-то есть. Уровень опасности 0. Предлагаем на него. А, он недалеко. Я думаю, на планете. Ну ладно. Кстати, насколько я понял, с помощью зондов можно всякие сигналы там найти. Капсулы кого-то спасти. За это вознаграждение дают. Если ты на станцию капсулу с чуваком привезешь. Ну, раньше давали же. Так, вот речка. Речка. Пусть будет речка. Прям туда и двинем. Так, прибыли, но мне кажется, это каменюка. Здесь холодно. Сдается мне. Вот даже отходить далеко не буду. Небезопасная температура, блин. Я не помню. У той планеты было что-то похожее. Вроде ничего не светит. Все. Мои исследования здесь закончились. Нафиг. Горе исследовать. Полечу по запланированному маршруту. Вау, мои любимые звезды-красавицы, от которых можно так зарядиться, что мало не покажется. Это система Федерации. Блин, ну какая красота. Я уже и забыл. Так, здесь мне чуется ничего нет. А что-то есть. Давай посмотрим. Да, и станции есть, только они где-то в заднице. Предлагаю на станцию. Ну и нафиг. Вот на вот это. Все-таки узнаем, сколько стоит один образец. Две звезды. Лететь охренеть сколько долго. Офигеть. Я пожалел, что я сюда прилетел. Проще прыгнуть в другую систему. Где у меня вот рана есть. Прям какое название хорошее. Мне нравится, да. Там неподалеку есть мои корабли. Система рана. Чё-то далеко лететь очень. Как-то неохота. Шагаем. 3, 2, 1. Так, ну тут более интересные планеты есть, но на них не на одну. Вот землеподобные планеты. Ни на одну нельзя сесть, ну кроме камня. Итак, решил я слетать на... Вот прилетела система рана. Прыгнул, здесь куча чьих-то кораблей. Ну вот эти вот. Увидел тут такую планету. Почему бы на нее не заглянуть? Богатый металлами мир. В принципе, температура. Ну хрен знает. Гейзеры с силикатными парами есть. Может, что и попадется. Интересно. Собственно, путь я до ней уже держу. На всех парах прям лечу. На всем движке смесительно-рамочном, так сказать. Пошагаем, посмотрим. Итак, рана 5. Соловьев Сайло. Интересная каменюка. Ну блин, вот такое, блин, занятие, конечно, исследование непопулярное довольно-таки. Надо куда-то улетать. Меня уже, кстати, пытались перехватить, но это не игрок.
NPC был. Хотя тут кораблей что-то очень много. Вот опять в жопу заезжают, а? Большая планетка. Очень. Вы посмотрите на ее гравитацию. Больше Земли. 1.5G. Здесь надо очень аккуратно летать. Очень. Не знаю даже, как садиться. Уже почти 1.6G. Гравитация у нее, дай боже. Ну, она же типа богатый внутренний мир. Сейчас посмотрим. Угол выберу аккуратненький. И будем садиться. Я даже выключаться сейчас не буду. Посмотрим, как пройдет. Сейчас как плюхнусь. 1.6. Блин, даже не посмотрел, из чего атмосфера. Планета с высоким содержанием чего-то. Но здесь может, можно вполне себе майнить на ТРП. Ну, камушки. Не знаю, помните все. Можно камушки подбирать. Строить, конечно, пока нельзя. Но постройки, помнится, я находил когда-то. Чьи-то. Так, не так резко. 1.63G. А нет, хотел. Блин. Вперед. Поверхность. Здесь что, можно всегда нос попробовать задрать и ускользнуть. От гравитации. 1.64 прибавляется. Так, посмотрим, как вектор быстро меняется. О, вектор хреново меняется. Я до сих пор падаю. Давай, выравнивайся. Вверх. Так, 100 метров я включаю форсаж. 200 метров. Все, вроде выровнялся. Ужас. Это ужас. Потихонечку приближаемся. Не представляю, как на конде прям. Вообще, пипец. Я вижу камни. Больше ничего не вижу, только камни. Так, не падаем. Это уже хорошо. Предлагаю шасси выпустить. Здесь лучше помощника не идет. Ужас. Просто плюхнулся. Чуть-чуть дал. Фух, ну, в том-то и смысл исследования, да? Да, попробуем, выйдем, посмотрим, что там. Конечно, небезопасная температура, наверное. Так, ну чё, ну конечно. Хрен просто так что найдешь. Здесь ничего нет. Я прыгаю как человек обычный, не как супергерой. Температура, я смотрю, сносная, но надо что-то больше, я смотрю. Здесь ничего нет. Хоть прыгаю как человек. Что-то там дочь прыгает. Ну нету ничего. Да успокойся же ты. Вон какие-то бугры подозрительные, маленькие. Здесь пусто. Пусто, это камень. Да. Все-таки на станцию. Пока бегал, мне все вспотело на экране. Ну, в скафандре. Круто, да, сделано. Все запотевает. Прям все мокренькое.
Беги еще, беги. Пипец, система, стоянка этих кораблей-носителей. Значит, насколько понимаю, корабль-носитель. Все. Так, я на станции. Сейчас посмотрим, стоило вообще. Ну вот, отстань. А, первый прям вообще в нахалёв, считай, достался. Источник. Ты что, тебя пнули? Так, вот она. Ну-ка. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вас так. Нашим ученым всегда нужны свежие данные. Неплохо. Ну, если знать, где и как искать, я думаю, вполне. Вполне неплохо. Или что? Баланс. Или я столько денег уже потратил. У вас есть что-то еще? Да нет, у меня что-то сомнений. Это же было не 806 кредитов, 706 тысяч. Правильно, я думаю? Жалко, историю операции нельзя видеть. Ну да, 806 тысяч кредитов-то я столько потратил. На скоропии, там, на оборудование. Ну, в принципе, стоит поискать, но надо как, чё, где. Короче, тотально этим заниматься, я думаю. Но довольно-таки интересно. Походить, поискать всякую живность. Увидимся в следующей серии. Я думаю, пешком исследования ещё будут, потому что надо в этом прям разобраться. На каких чьих планетах бывает живность. А если знаете что-нибудь, то пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на канал и жмахать колокол. Не. Всем пока.